Итак, всем привет. Это с вами канал Рыбалка Хакасии. Получил посылку я. Заказал мотор компании Global Drive. Корейский мотор Микацу. Вот, получил посылку. Сейчас будем смотреть, что у нас пришло. Вот такая большая коробка объемная. Смотрите, распаковывать. Вот уже у нас нарезано. Такие, как говорилось, пластиковые картриджи. Посмотрим, как они закрутасивали. Красиво так. Оба-на! Красота! Красота! Лодочный мотор Микацу. Так. Бак с датчиком, как говорилось, на 24 литра. Вот. Видно будет. С обратным клапаном и с датчиком топлива 24 литра. Так. Сюда. Вот. Чека безопасности для запуска двигателя. Так. Топливный шланг с разъемами. Сразу в комплекте. Так. Так, набор инструментов. Как мы любопытный народ. И сразу посмотрим. Запасная веревка для запуска. Болты. Видимо, масляного редуктора запасные. Болт тут есть. И резиновые прокладки. И набор инструментов. Посмотрим. Интересно же. Чтобы знать, что тут у нас. Так. Пассатижи двухпозиционные, отверточка тоже двухсторонняя, простая крестовая, торцовый ключик, что-то типа 8 на 10, свечной ключ и вороток. Хороший, ну в принципе самое необходимое, что нужно нам для этого. Мотор красивый, такой довольно таки. Так, это все уберем. Так. Документы Микацу. Вот она, тут, видимо, сервисная книжка, все, что тут необходимо по мотору. Обещали гарантию 5 лет. Посмотрим. Так, это сервисная книжка. Так, а вот у нас так, или что у нас тут? Гарантийный талон. А, вот сервисная книжка. Вот она. Сервисная книжка. Здесь и должна быть прописана гарантия. Вот. Вот гарантия. Так, ладно. Документы. Понятно. Ну. Так, тут какая-то этикетка, что-то с чем-то руками, или трогать, или не трогать, не знаю. Он не по-русски написано. Кореец все-таки. Ну и попробуем теперь извлечь мотор. 36 килограмм. Мотор 36 килограмм, так как он 9,9. Ну, как задушенная пятнашка, как говорят. Посмотрим, сейчас достанем. Подрыгаем, подергаем. Вот, смотрите, 9,9.
Так. Достал. Тихонько. Достал. Сейчас мы его поставим вот сюда. Берем коробку. И есть у меня то приспособление. Сейчас мы поставим мотор и покрутим там в дальнейшем. Пока на паузу поставь. Ну вот, как получилось. Тут есть у меня старенький стул. Сейчас тряпочкой что-то обтереть. Снимем целлофан. Вот у нас румпель. И будем смотреть сейчас, как говорится, визуально качество. Зазоры. Зазоров нету. Капот не болтается. Так. Крутится. Что-то маленько не точно. Он сел, мотор не повис. Ну ничего, румпель работает, ручка газа, это переключение передач. Так, видимо, что-то тут не так. Ну и тут детали всех не ставим. Подсос, вот видно, подсос для холодного запуска двигателя. Это переключение вперед-назад, реверс. Так, чека. Чека, понимаю, под кнопку. Еще неопытный, еще не знаю. О, точно. Вот здесь будет чека находиться. То есть, либо вот так сорвать, либо нажатием кнопки. Чтобы чеку не выдергивать. Вот, будет так глушиться. Есть барашек. Сюда покажи. Барашек для газа. Туже или слабже. Вот, для румпеля. Вот туже стало. Ну, давайте откроем капот и посмотрим. Так, у нас мотор, как говорят, аналог Yamaha. Все тут, в принципе, аккуратненько. Все заделано. Естественно, новый 17-го года выпуска. И вот смотрим, что у нас тут есть. Краска хорошая. Так, отстойник, топливная система подключается тут, видимо, здесь разъем, защелка, свечи, все смазано, как видите, есть смазка на всем этом. Попробовать покрутить, наверное, все-таки, а, так, у нас винт там не закушен, скорость включена какая-то, вот. Вот, просто туго было. Вот. Двигатель крутится. Тоже все в смазке. Крутить не будем, потому как смазка цилиндров и поршня идет за счет топливной смеси. Так как мы его запускать не собираемся, то и мы не будем баловаться. Проверил, что крутится. Скорость. Это была задняя. Вот передняя. Это реверс. Вот. Так, что у нас тут написано? На ручке. Непонятно, что это такое. По-ихнему ни петь, ни лает. Не понимаю. Вот. Вот такой мотор. Так. Что у нас тут? Винт, я не знаю. Винт посмотреть. Размер винта. Ты не сильно близко снимаешь? Нет? Нормально. Ну, так-то видно, что красочка хорошая. Все тут аккуратненько. Это вот у нас зажим потом выставим. Сколько нам надо будет по плите угол регулировки мотора. Это подсос. Вот он подсос. Подсоса два положения. Лопота. Вот газ. Вот газ. Смотри, на всю, никакого ограничителя здесь нет.
Ну и какие-то предупреждения, видимо, чтобы туда не лазили, или опасно, чтобы там стартеры, все такое. Все пломбы на болтах, покраски на всех болтах идут. Это вот, как и говорилось, для электрического стартера три отверстия. Масса двигателя, видимо, сама себе не знаю. В общем, вот система зажигания Микацу. Вот она. Как и говорилось. В общем, я доволен. Потом в дальнейшем, ну, естественно, придет сезон. Это пока идет подготовка. Готовься, а не летом, как говорится. Придет сезон. На воду. Обкатаем. Посмотрим. Все как положено. Бочки гонять не буду его. Ну и, как говорится, всем ни хвоста, ни чешуи. Всем желаю продвижения. Всем пока, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, если нравится. Всем пока.